Сегодня в Курагинском районе Красноярского края произошло землетрясение. Сейсмособытие магнитудой 3,4 зарегистрировали ночью в 15 минут первого, рассказывают в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. Сила толчков достигала 2 баллов. Уже в 40 километрах от эпицентра они не ощущались. Так что кроме приборов землетрясение никто не заметил. Тем более его не почувствовали жители Красноярска.